Иван Кузырев приехал в Подольск из Пензы. Там он живет последние несколько лет вместе со своей женой. Иван родился в Подольске. В местном роддоме родная мать его и оставила. Город Подольск. Я его очень сильно люблю. Сколько лет меня в этом городе не было. Я вот все изменилось в этом городе. Просто в шоке. 24 мая в администрации городского округа Подольск прошло вручение ключей от квартир двум молодым людям, которые в детском возрасте остались без попечения родителей. Глава муниципалитета Дмитрий Жариков лично поздравил ребят. Он подарил новым жителям округа цветы, сертификаты, ключи и первую бытовую технику в их квартиры. Квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдают согласно государственной программе Московской области «Жилище». В этом году более 750 детей получат квартиры в Московской области. В список включено 43 человека, соответственно, дети-сироты, дети без попечения родителей и лица из их числа. Вместе с Иваном ключи от будущей квартиры получила Алена Зарбалиева. Из Подольска она уехала, когда ей было почти 2 года. Приемная семья забрала девочку в станицу Отрадное Краснодарского края. Приходит эта чудесная, прекрасная семья, и им показывают детей, то есть, ну, выбирайте. Я на тот момент сидела на деревянной лошадке, и папа посмотрел на меня и сказал: «Все, казачкой будет». Планы большие на этот город, надо в первую очередь освоиться еще в нем. У Елены Ивана в планах переехать в Подольск, учиться, работать и строить здесь свое счастливое будущее.